Всем доброе утро. А я в Варшаву. Еду в Варшаву. Но поезд с опозданием идет, потому что ждем еще. Вагоны должны подцепить. У меня 14-й вагон, а его нету, его где-то тянут. Так что ждем. Варшава встретила дождем, дождь идет. Ну, он мелкий такой, не такой уж и сильный, но, в принципе, не очень приятно, когда капает с головы. Но я дела закончил, сейчас пойду погуляю. Должен приятель забрать машиной домой. Ну, а пока время есть, буду гулять. Гуляю, похожу. Соскучился я по видео. А мы закрываем сезон. Почти закрываем. Жарим мясо. Девочки он мои бегают. Ну что, в пятницу хотел выложить для вас видео, но есть обстоятельства определенные. Ну и так сложилось, не смог выложить. Но лучше позже, чем никогда. И потому решил сейчас записать для вас видео, поделиться, что произошло за всю неделю, что такого случилось. Ну, смотрите, продолжаем ходить в школу, продолжаем худеть, заниматься спортом, на фитнес ходим, ну, то есть все по графику. Школа нам очень нравится, прям мы без ума от школы. Много чего интересного. В школе дают молоко. Покажу картинку, сейчас появится здесь картинка, так оно выглядит. Прикольно, дают редиску в пачках, еще там капуста, но кальрапи, по-моему, называется. То есть тоже детям выдают. Что еще дают, Даша? Но еще дают морковь. Морковку еще дают. То есть в таких вот пакетиках, одноразовые пакетики, там морковка, чтобы дети на перекус, как бы после обед, могли покушать. Молоко 250 мл, баночка вот морковка, либо редиска, либо кальраби. То есть, ну, очень-очень прикольно. Работы, правда, очень много. Почему еще так реже стал записать видео? Правда, работы очень-очень много. У меня же интернет-магазины есть в России. И потому сейчас предновогодние будут ажиотажи, праздники, много заказов, много сейчас нагрузки на мои магазины. И сейчас много акций делаем, распродажи разные готовим. Потому очень допоздна работаю, сплю по 3 часа, по 4 часа. И потому, ну, увы и ах, пока не могу записывать так часто. В школе еще прикольно электронный дневник. То есть они не пишут в дневниках, мы все, что учитель хочет сказать, она пишет в электронном дневнике. И я уже дома смотрю под логином, паролем, под своим захожу и смотрю оценки ребенка, что туда написали, что нам принести. В кино ходят, выдали удостоверение ребенку школьное, которое она потеряла. И, ну вот сейчас в понедельник пойду закажу новое, должны сделать.
посвящение в первоклашке было на в польском языке, это, ну, в Польше называется это шлюбование. То есть сейчас видео здесь появится. То есть очень-очень так эффектно, красиво, со стишками, с песнями. Детей приняли в первый класс. Выдали им прикольные такие галстуки. На галстуках именно галстуки именные школьные. И там логотип школы, там СП-58 написано. Ну, в общем, прикольненько. Что еще у нас такого за неделю случилось? Даже больше, чем за неделю, за две почти. Ну, работы много, правда. Ну, постараюсь уже в следующей неделе, там полегче будет, и буду почаще записывать видео, куда мы ходим, что мы делаем, как вообще проводим досуг. Дашу, кстати, в школе хорошо приняли, да, Даша? Да. В школе хорошо приняли, даже вот у нее уже за две недели ее два раза пригласили на день рождения к девочке и к мальчику. Понравилось тебе? Да. Вот. То есть отлично, видите, новенького ребенка сразу пригласили на день рождения. Мальчику и девочке ездили мы к ним на день рождения. Тоже сейчас где-то тут фотография появится с дня рождения. Ну, вообще интересно, вообще классно. То есть осень пришла, видите, да, все у нас пожелтело. Но еще есть все-таки зелененького немножко. А так все по-старому, все. Все почти без изменений. Ну, документы делаем, работы много, и слава богу. Документы в процессе. Я надеюсь, в этом году уже закончат с нашими документами, и мы станем опять нормально выездные. Начнем очень много ездить. У нас в планах и в Польше побывать там в некоторых городах и местах красивых. Плюс хотим в Грецию съездить, хотим в Италию съездить, во Францию съездить, то есть побывать в Диснейленде. То есть у нас планы наполеоновские. Так что, ну, опять, прямые эфиры я не веду, то есть мне вот тоже писал там человек, говорит, по поводу прямых эфиров. Ну, я не веду, ребят, прямые эфиры. У меня отношение не поменялось, правда, к прямым эфирам. Сейчас я смотрю, как много в Польше каналов активизировались, начали вести там прямые эфиры. Ну, блин, ребят, ну можете дизлайками меня заставить. Ну, я не понимаю, ну, трындеть, сидеть час, там, кто в машине, кто где-то на пути куда-то, что-то. Ну, ни о чем, ну, зачем тратить целый час своего времени, ну, если можно за этот час сделать. Ну, одна причина, я понимаю, хочется прямые эфиры, там, подписчиков собрать, чтобы люди поделились этим видео, и кто-то еще пришел, знакомых, родственников, да, ради подписчиков. Ну, блин, ну, час, ребята, час, кто-то полтора, кто-то по 5 часов стримит. Ну, 5 часов своего времени так просрать. Блин, тут думаешь, как бы еще бы час в сутки добавить, чтобы было 25 часов в сутки, а лучше 30 часов. Не успеваешь ничего сделать, а то... Вы же видите, я за две недели вот видео вот решился записать. И, ну, я не знаю, правда. Кстати, пишите вопросы, если что-то интересно, хотели бы что-то узнать, пишите. Кстати, моим знакомым, ну, опять же, ребят, я помните, я говорил, что у меня канал не про сводничество, ничего. Но это просто мы вчера к друзьям ездили в гости, и им нужен повар в ресторан хороший. Ну, желательно с Украины, ребят. Если вы не с Украины, то нет. Если надо, я ничего не буду вам там рассказывать. Нужно, я вам дам номер телефона, просто напишите мне, я вам дам номер телефона. Сами позвоните, сами пообщайтесь. То есть по деньгам, по зарплате. То есть я не буду про это ничего рассказывать. Но это действительно хорошая знакомая наша, и можно доверять, и все хорошо. Но опять же, не на правах рекламы. Это просто были вчера у знакомых, они сказали, ну, мало ли, вдруг кому-то будет полезно, я сейчас говорю. То есть, ну, я не могу не поделиться. Если это кому-то нужно будет, если вообще кому-то нужно будет. Так что, ребят, вы пишите свои вопросы, что хотели бы узнать. Мне очень важно, чтобы темы какие-то были. Мне не проблемно записать видео, вообще пообщаться, что-то рассказать. Мне важно какие-то темы, на какие темы записать видео. Вы скажите там про машины, про жилье, про авто, про детские садики, про что-то. Ну, я буду потихоньку записывать и буду, ну, нести какую-то пользу, помимо того, что я буду рассказывать, вот как мы с детками на улице, как мы там вот мясо жарим, там еще что-то делаем. То есть у меня в планах...
В планах я хочу на вертолете еще в этом году полетать. Есть интересное там спецпредложение, можно полетать вокруг Познани, посмотреть Познань с высоты вертолета. Так что впереди, в принципе, будет очень много разных всяких таких экстремальных вещей, простых вещей, где-то путешествий будет. Но в данный момент, поймите, что мне пока нечего вам показывать, снимать, помимо того, что, ну, немножко сейчас отпустило от болезни, и мы сейчас уже отмотаемся, видите. Так что, ребят, действительно, я скучаю за каждодневными видео, но так как работы много, но, увы, вы уж извините, не могу часто писать. Так что жду ваши вопросы, ребят. Всем огромное спасибо, что еще смотрите меня, не забывайте. Если данное видео понравилось, ну, помните, да, ставьте лайк, пишите в комментарии, делитесь с друзьями. Всех обнимаю. С вами был Александр. Всем пока. Thank you.